Катюш, как думаешь, сколько минут в день надо делать зарядку? Ну, примерно. Ну, минут 10, я думаю, достаточно. Ну, в принципе, для зарядки, да. А вот сколько времени нужно делать зарядку для успеха? Ну, эту зарядку нужно делать целый день. И пользоваться при этом советами нашей Ольги Полищук очень помогает. Самое доброе утро! Меня зовут Ольга Полищук. И пока вы собираетесь на работу, давайте поговорим о тех стратегиях поведения, которые мы выбираем в конфликтных ситуациях. Зачем это знать? Во-первых, чтобы понимать, каким образом будет действовать наш оппонент по конфликту, а во-вторых, чтобы самим выбрать правильную, верную тактику. Всего бывает 5 стратегий поведения. Первая стратегия – силовая, когда мы убеждаем или вынуждаем человека принять нашу точку зрения. Когда это актуально? Ну, во-первых, когда время на принятие решения мало, а решение принять нужно. Во-вторых, когда сила на нашей стороне, хоть физическая, хоть моральная. Угадайте, в конфликте начальник-подчиненный, на чьей стороне сила? Вторая стратегия поведения – приспособление. Мы осознанно выбираем точку зрения нашего оппонента. В каких случаях это актуально? Когда человек нас убедил, либо человек нас все-таки задавил, либо человек нам важнее, чем суть того конфликта, который мы обсуждаем. Третья стратегия – уход. Либо уход физический, либо уход психологический. Есть такая поговорка «ушел в себя». Чаще всего этот уход временный. Для чего он нужен? Для того, чтобы подготовиться, набраться сил, ресурсов, какой-то информации. Ну или просто успокоиться и дать возможность успокоиться своему оппоненту. Стратегия компромисса предполагает, что вы делаете уступки навстречу друг другу. Например, вы в одном, он в другом. Вы в этот раз, а он в следующий. Компромисс очень хорош в переговорах, когда у вас есть возможность уступки, и вы то же самое просите сделать другого человека. Пятая стратегия – это договоренности. Самый сложный путь, потому как времени на него нужно много, и он должен на 100% устроить обе стороны. Полученные договоренности можно использовать и дальше, и именно договоренности – основа прочных отношений. Например, вы можете раз и навсегда договориться со своими коллегами, каким образом вы будете решать поставленные вопросы, что вы не будете переходить на личности, что вы без сплетен напрямую начнете решать какие-то вопросы. Какая же основная ошибка? То, что мы неосознанно, а шаблонно принимаем решение о выборе стратегии. Например, мы начинаем додавливать людей вместо того, чтобы приспособиться или уйти от конфликта. И напротив, вместо того, чтобы сейчас быстро принять сложное решение, мы начинаем кое-как и кое о чем договариваться. Пусть сегодняшний день будет результативным, насыщенным и очень радостным.